Балуга. Это ранняя капуста пекинская. Она 60-70 дней идет срок вегетации. Она даже не ранняя, она средняя ранняя, потому что ранние пекинки, там, ну, у них срок вегетации идет 50-60 дней, здесь 60-70, то есть средняя ранняя. Она подходит для кратковременного хранения, то есть где-то до конца декабря, до января месяца она может пролежать в хранилище. Сейчас я... у меня в телефоне фотографии, но ноутбук не успел сбросить. То есть, сейчас в поле уже есть на Западной Украине, опять же, фотография, потому что у нас капустный регион, это в основном Западная Украина. Есть она уже выращена на поле, до уборки где-то еще неделя, через неделю ее будут убирать, уже вес головки 2 килограмма, то есть средний вес головки на поле. Потому что нет, позавчера был наш менеджер по Западной Украине, фермера на поле, пофотографировал, поставил на леса, говорит, что в принципе, чем хорошо, вся пекинская... Пекинская капуста, она идет желтоватого цвета внутри. Скажем так, есть плюсы, есть минусы. Многие там на свежий рынок, да, там в супермаркете, многие любят, когда белоснежного цвета внутри капуста. Но плюс в чем? У капусты при хранении при длительном пекинской возникает проблема желтения внутри центрального листка. То есть не крайнего листа, в любом случае там крайние листки, они тоже желтеют, начинают подсыхать сверху. Но когда капусту разрезают поперек, то возникает проблема, это в основном вот в белых, белоснежных таких капустах, возникает проблема желтения вот этого центрального листа. Здесь, ну, есть эта проблема тоже, это есть проблема в любой пекинской капусте. Но за счет того, что у меня на молочного цвета внутри, желтоватого молочного, то эта проблема не так заметна. То есть даже есть привередливые, это в основном белорусы. Скажу так, по прошлому году белорусы, у кого в хозяйстве не брали капусту, разрезали, скажем, мешка доставали по головке, разрезали, и вот если был это желтый листок, фермер его запаковал, в полиэтилен закрутил, зафасовал в мешки или бананки, просто не отказывались. В этом плане вред. То в случае с такими капустами молочно желтоватого цвета, то эти проблемы могут не возникнуть. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.